Очередное заседание городского клуба «Дорогами Победы» было посвящено Дню защитника Отечества. На праздничную встречу были приглашены ветераны и участники Второй мировой войны, труженики тыла, школьники и ребята из молодежных общественных организаций. По традиции клубную встречу открыл Вячеслав Энджечик. Он поздравил ветеранов с праздником, а также обратился к молодежи. Я от всей души хочу пожелать будущим защитникам Отечества, молодежи, которые будут защищать нашу Родину, никогда не пройти через малые и большие войны. Это страшное дело. Пусть Бог поможет вам прожить всю жизнь без войн. Всего вам доброго! Среди почетных гостей встречи было и руководство города. Первый заместитель главы администрации городского округа «Электросталь», обращаясь к ветеранам, поблагодарил их за активную работу с молодежью. Мы перед вами в долгу за то, чтобы продолжить те традиции, которые вы заложили, продолжить то, что вы начали делать. И я думаю, что мы на правильном пути, мы должны общаться и вместе идти дальше. Вам всем крепкого здоровья, благополучия. В этот день перед ветеранами также выступили представители Центра патриотического воспитания. Они рассказали о мероприятиях, которые проводят для ребят, о деятельности поисковых отрядов, а также продемонстрировали фильм, посвященный защитникам Отечества. Встреча прошла в дружеской обстановке с чаепитием и концертной программой, которую для ветеранов подготовили творческие коллективы города.